Друзья, всем привет! У нас сегодня в обзоре квадроцикл Bizon Explorer 300. Это техника, которая полностью закроет все ваши потребности для каких-то прогулок, либо для езды по внедорожью, потому что квадроцикл оснащен мощным двигателем 300 кубов, 25 лошадиных сил. При этом система питания у него инжекторная. Привод по умолчанию задний, передний мост подключаемый. Также есть блокировка переднего дифференциала, большое двухместное сиденье, комфортная мягкая спинка пассажира, литые колеса. Техника, с одной стороны, максимально простая, но при этом за счет этого и максимально надежная. Также предусмотрена площадка для установки лебедки, если вдруг вы будете ездить в какой-то такие сложные условия грязевые. Всем пока!